Друзья, привет! Сегодня такое коротенькое небольшое видео будет. Друг подогнал мне такой вот рог. Сказал, что он где-то у родителей валялся лет 20, говорит, выбил. Выбелился весь, аж седой. Видите, какой. Сделать что-нибудь из него хорошее и полезное, ведь оно выкинут. Ну вот нам понадобится, вот у меня обрезок есть дуба. И рог. Сейчас сделаем какую-нибудь полезную или какую-нибудь стильную штучку. Если интересно вам, погнали. Thank you.
Ну такая, друзья, получилась штука. Сейчас дождаться, чтобы она у меня высохла. Честно говоря, вот можно было здесь бесцветным маслом не покрывать. Не понравилось мне. Лучше бы оставлять было в серебристом цвете. Ну, может быть, она высохнет и все-таки посветлеет. Если нет, то я, наверное, даже ее потом зашкурю. Все-таки первоначальный вариант в сером цвете, прям в серебре, мне нравился больше. Будем надеяться, что он подсохнет и посветлеет. Хотя бы так. И вот осталось только, когда подсохнет. Да, вытираем. Ну и потом врежу вот такие петельки, пару штук. Будет ключница, все что угодно можно вешать, ключи, часы. Я думаю, что уже урок никуда не пропадет, они даже не сильно соскакивают в горизонтальном состоянии. Много чего можно навешать. Вот. Такое было незамысловатое видео, надеюсь, вам пригодится. Берите на заметку, ничто не должно пропадать бесследно, все куда-то входит. Забудьте подписаться, оставить комментарий, ну если лайк понравился. Всем удачи и пока.